В регионе 683 села подключены к мобильному интернету, и лишь треть из них имеет доступ к высоким скоростям. А жители более 100 сел и вовсе отрезаны от глобальной сети. Это на сегодня является наболевшим вопросом, ведь, как известно, практически вся деятельность человека неразрывно связана с интернетом. Об этом шла речь в ходе совещания, посвященного вопросам развития цифровизации и IT-технологий в Восточно-Казахстанской области. Первоочередной вопрос на сегодняшний день – обеспечение сельских населенных пунктов широкополосным и мобильным интернетом. Помимо действующей республиканской дорожной карты по этому направлению, в Восточно-Казахстанской области в начале этого года была разработана собственная спецпрограмма. Глава региона дал поручение акимам городов и районов составить предельно четкую карту с указанием названия каждого населенного пункта и предельной скорости интернета. Нам нужно разобраться, в каком населенном пункте конкретно его название 0,5 мегабит, а в каком 2. 240 населенных пунктов имеет мощность интернета менее 0,5 мегабит. Я хочу знать, где эти поселки, как они называются и сколько мегабит мощности интернета мы там имеем. Кроме того, аким области отметил, что сотовые операторы готовы обеспечивать села интернетом. Для этого будет установлено 58 антенно-мачтовых сооружений. Для этого необходимо провести анализ и выяснить, где необходимо их разместить. Отметим, что в 103 селах вообще нет доступа к интернету. Нам очень много нужно времени сейчас уделить развитию инфраструктуры. Сколько надо средств, мы будем выделять, потому что эта задача социальная. Уже все социальные наши программы привязаны к интернету. Уже невозможно, ей нельзя уже делить маленький поселок, там меньше 100, чуть больше 100 человек живет, или большой поселок живет, там 10 тысяч. Все одинаково привязаны к социальным потребностям. В первую очередь мы будем проводить интернет туда, где его нет совсем, подчеркнул глава региона. Также в этом году будет выделено 15 грантов для IT-специалистов этого направления. Анна Мацепулова, Алексей Сафонов, Алтай Акпарат.